Боевики атаковали военный госпиталь в Кабуле. Два человека погибли. Пациент и сотрудник медучреждения, передает агентство Рейтер. По данным местной прессы, четыре экстремиста проникли в здание. Пятый взорвал себя у входа. Один из бойцов был переодет доктором. На нем был белый халат. Он открыл огонь из автомата АК-47, сообщает Рейтер. Вот что говорит очевидец, водитель такси Мухаммед Га. Военный госпиталь находится на севере афганской столицы. Недалеко от него расположены американское посольство и две гражданские больницы. Госпиталь довольно большой. Он одновременно принимает до 400 пациентов. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.